Йо, всем привет, это Бибой Алкалил, команда OBC на проекте Break Advice. Я нахожусь на Battle of the Year. Мир. Я начал танцевать в 2002 году. Начинал в Сибири, в городе Кемерово. Вдохновлялся в основном с таких чемпионатов, как BC One и Battle of the Year, Freestyle Session. Вдохновлялся с таких чуваков, как Хонг Тен, Ронни, Машин, Брагим, Лилу. Я начинал с них. Мне нравится в брейкинге совершенно все. Нравится и Power Move, и Power Tricks. Мне нравится footwork, мне нравится flow, мне нравятся фризы. Поэтому я пытаюсь совмещать все воедино и танцевать под музыку. Сегодня на своем уроке давайте поговорим о концепции ваших сетов, выходов или просто фишек. Хотел рассказать о концепции именно выходов или сетов, или фишек, неважно. И, допустим, возьмем за концепцию элементарное рукой за голову, допустим. И на примере своей фихи я попытаюсь вам показать. Допустим, если мы берем рукой за голову и пытаемся сделать какие-то движения, сохраняя именно эту концепцию. Если вы делаете движение и сохраняете именно форму, которую вы приобрели в начале, то это и будет концепцией. И элементарные вещи, вы можете соединить ноги вместе и пол выхода сделать именно с такими ногами. То есть это не обязательно должно быть что-то сложное, может быть, это даже элементарно будет какой-нибудь footwork, если ты делаешь раз, ножки сохраняешь, бум. Можете именно использовать это везде, не только в сложности. Можете в футворках, можно и сверху делать переходы, с, допустим, сверху вниз, элементарно тоже соединяя ножки вместе. Можно сделать, конечно, и сложные вещи. Такие, как на примере еще одной из своих тем, со сведенными ногами, начиная с фриза. Для чего мы это придумываем? Это все делается для разнообразия ваших выходов, то есть, чтобы ваши фихи, которые вы делаете, смотрелись немножко разнообразнее. Если вы делаете, допустим, в одном стиле все, вы можете под конец батла какого-нибудь уже надоедать кому-нибудь. То есть, если будут все элементы ваши похожи, это будет немножко уже смотреться однообразно. Но если ваши темы очень разные, то есть, допустим, элементарно, я как и объяснял, держите руку здесь, это уже одна фиха. Делайте ноги вместе, это уже другая тема. На примере той фихи, когда мои ноги были сведены, и, по сути, я сделал там с фреза, с обычного, упал на спину, перевернулся на спину, сделал оборот свайпса и полоборота твиста. То есть я не сделал, в принципе, ничего сложного. Но всего лишь маленькая деталь. Я добавил именно... Я соединил ноги вместе и добавил ручку. Запустил себя и, держа, сохраняя ноги вместе, я сделал все эти движения. И поэтому это смотрелось гораздо круче. Добавляя концепцию в любое из базовых движений, вы меняете их в корне, и это смотрится гораздо оригинальнее. Используйте концепцию во всех ваших фихах и старайтесь прибавлять именно смену уровней. Это добавит вам динамики. С вами был Бибой Алкалил, специально для Break Advice.